Всем привет! С вами Упс. И сегодня я вам расскажу о лайфхаках, которыми я пользуюсь сам и которые помогают мне каждый день. Кстати, в конце видео мы с другом подготовили для вас небольшой сюрприз. А перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать канал Китай Онлайн. Тут можно найти подборки интересных товаров с AliExpress, научиться выгодно покупать и не бояться мошенников. Также имеются распаковки посылок из Китая и не только. Ссылка на экране и в описании. А теперь к лайфхакам. Чтобы снизить риск перегрева ноутбука, надо избегать плотного контакта с поверхностью. Для этого мы можем сделать опоры, разрезав втулку на 4 части. Поставив на них ноутбук, мы сможем избежать перегрева, и наш компьютер прослужит намного дольше. Следующий лайфхак связан с едой. Отрезаем верхушку лимона, вставляем в лимон распылитель. Таким образом можно опрыскивать еду и придавать ей тем самым приятный экзотический вкус. Украсить дизайн квартиры или дачи поможет следующий лайфхак. Берем вилку, сгибаем ее, придаем кончикам необычную форму. Просверливаем дрелью дырочку и прикручиваем вилку к доске. Таким образом можно делать прикольные и оригинальные по дизайну вешалки. Если вы учите иностранный язык, то этот лайфхак поможет вам набрать словарный запас, особо не напрягаясь. Берем лист бумаги, нарезаем карточки. С одной стороны пишем иностранное слово, с другой его перевод. Создаем колоду из слов, которые мы хотим выучить. И далее везде таскаем ее с собой. И в очередях, в автобусе, в перерыве от работы прогоняем эти слова с русского на английский и наоборот. Главное, не напрягаться. Я так учу по 50 слов в день. Знаете, немного подзарядить телефон можно с помощью 9-вольтовой кроны и автомобильной зарядки. Достаточно прислонить зарядку к телефону таким способом, который вы видите на экране, и на телефоне вы увидите, как загорится индикатор. Чтобы глаза не слезились при резке лука, наденьте очки для плавания. Вакуум не позволит благоуханию лука добраться до ваших глаз. Ну а если проще, то можно просто обмыть лук в холодной воде перед тем, как его резать. Этот способ тоже помогает. Я меломан и не могу без музыки. И поэтому из-за регулярного использования я менял наушники каждый месяц. Провод перетирался, и они приходили в негодность. Чтобы такого не происходило, обмотайте изолентой место сдвига. Тогда наушники прослужат гораздо дольше. Часто бывает, что поверхность коробка исчеркалась, а спичек в коробке еще осталось много. Во избежание подобных ситуаций можно класть в коробок небольшую лупу. Достал лупу, сфокусировал солнечные лучи в одну точку и поджег спичку. Все просто. Многие чайные фирмы упаковывают чайные пакетики в небольшие бумажные конвертики. Так вот, их можно использовать для удобного хранения иголок и прочей мелочевки. Например, закрепил иголки таким способом, а вовнутрь положил нитки и пуговицы. Посмотрите на экран и попробуйте догадаться сами, о каком лайфхаке идет речь. Я им пользуюсь регулярно. Пишите свои версии в комментариях. Ну а в прошлом видео я просил вас рассказать о самых прикольных товарах с Алиэкспресса, которые вы знаете. Вот самые прикольные. Кстати, товары я нашел и прикрепил все ссылки в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это меня мотивирует снимать новые видео. Ребята, а вот и небольшой сюрприз. Мой друг снял продолжение этого видео. Кликайте на аннотацию. Если вам понравилось мое видео, то должно понравиться и видео моего друга. Приятного просмотра!